Друзья, всех приветствую, с вами Милослав Шмаков. Сегодня мы с вами рассмотрим реферальную программу, либо партнерскую программу, кому как удобнее, кэшбэк сервиса нового поколения «Лови кэшбэк». Напомню, данная программа работает в партнерстве с банком «Акбарсбанк», платежной системой «Виза» и компанией «Кэшбэкфорс». Также хочу подчеркнуть, что это уникальный случай, это первый такой случай, когда банк, реальный легальный банк, да, а именно Акбарсбанк, включил реферальную программу, а именно партнерскую программу, многоуровневую в данной системе. Ну и мы сегодня с вами разберем, как здесь на простом языке, грубо говоря, заработать много-много кэша. Также отмечу, что старт программы «Лови кэшбэк» состоялся 28 октября 2021 года. То есть мы, ребят, по сути, на самом-самом старте. Итак, давайте смотреть, какие у нас здесь в проекте есть деньги. Первое – это 400 рублей. Начисляются в сеть за каждого нового клиента карты «Лови кэшбэк», который, первое, скачал приложение, да, дальше загрузил на данную карту денежку и потратил с нее минимум 5000 рублей за полный календарный месяц. Прошел УПРИТ, это упрощенная система идентификации, ну, я ее верификацию называю. Сам лично проходил, ничего сложного, в два клика это все заполняем. Имя, фамилия, отчество, паспортные данные, СНИЛС, зеленая карточка, и все, в течение суток у вас верификация будет пройдена. И, соответственно, некий апгрейд вы совершили. Так вот, каждый раз, когда в вашей структуре человек будет проводить вот эти вот несложные действия, в сеть будет направляться от банка Акбарсбанк 400 рублей. Единственное, денежка эта будет зачисляться не конкретно какому-то одному человеку, да, который подключил, а именно по структуре в 4 уровня в глубину. Второе – это транзакционный кэшбэк, также от самого банка. 0,5%, и это, я бы сказал, самый-самый здесь жирный кусочек. Хотя процент очень маленький, да, 0,5%, но это, представьте, с каждой покупки любого человека в вашей структуре. 1000 человек в вашей структуре, 2000 человек, 3000 человек, и каждый из них тратит ежедневно деньги. Ходят в кино, покупают продукты, я не знаю, платит налоги, и вот с каждой транзакции банк будет выделять 0,5% в сеть, которые будут распределяться на 4 линии в глубину. Опять же, если ваш оборот до 1 000 000 рублей, если ваш оборот более 1 000 000 рублей, у вас открываются последующие уровни. И это уже серьезные, ребят, деньги, большие деньги, и я покажу в дальнейшем по факту и на примере, какие это деньги. Двигаемся дальше. Третий вариант заработка. Также 0,5% партнерского уже кэшбэка. Не транзакционного, а партнерского. Это, скажем так, те транзакции, которые люди совершают у наших партнеров, да, через наш marketplace. То есть там, где у нас есть договоренность с торговой точкой непосредственно и нашего кэшбэка, да, нашей программы лояльности. Естественно, транзакционный кэшбэк он будет возникать чаще, так как он за каждую транзакцию, то партнерский кэшбэк он будет меньше выстреливать, но, естественно, партнерская сеть Marketplace растет, и ежемесячно, ежедневно, еженедельно увеличиваться будут компании, которые будут участвовать в данной программе, соответственно, и данный процент, который выделяется в сеть, также 0,5% по 4 уровням по реферальной программе, он, естественно, будет все чаще и чаще срабатывать в зависимости от увеличения именно партнерской сети Marketplace. Итак, как это распределяется по маркетингу? Как я уже говорил, у нас 4 уровня, 4 линии в глубину. Маркетинг линейный. И первое, что необходимо сделать, чтобы получать с вашей структуры, да, с вашей партнерской и реферальной структуры, это необходимо самому лично потратить с данной карты на 10 000 рублей в календарный месяц. Да? То есть, если декабрь, то это с 1 по 31 декабря. Соответственно, с первой линии мы получаем 20%, со второй линии 10%, с третьей линии 10%, с четвертой линии также 10%. Последующие уровни 5, 6, 7, 8 тоже открываются, но для этого необходимо делать определенные обороты и повышать свой статус.
Также с увеличением вашей сети и оборотов вашей сети у вас появится дополнительный доход с первой линии и до бесконечности. Что это значит? Ваша сеть, ваша структура сделала оборот в 1 000 000 рублей. Соответственно, вы получите 4% дополнительного дохода. То есть был доход с первой линии 20%, теперь будет 24%. Со второй, с третьей, с четвертой линии был доход 10%, теперь будет 14%. Ну и в принципе так далее, с 3 миллионов, с 10 миллионов и так далее. Можете посмотреть, как ваш доход будет увеличиваться, если ваша сеть будет расти и оборот вашей сети будет кратно увеличиваться. Ну и давайте рассмотрим пример, гипотетически, да, именно с доходом первого уровня, о котором я уже говорил, 400 рублей, которые непосредственно идут от банка, Акбарсбанк, в сеть. Итак, если ваша первая линия составляет 10 человек, то есть, соответственно, каждый из них сделал апгрейд карты, да, верифицировался, приобрел по данной карте минимум на 5000 рублей, соответственно, в сеть уходит 400 рублей. Так вот, с первой линии мы получаем 20%, да, соответственно, с 400 рублей это будет с 10 человек 800 рублей. Со второй линии у нас 100 человек. Также эти все люди сделали эти непростые действия, и, соответственно, мы с этих средств получаем 10%. Это, соответственно, 4000 рублей со второго уровня. С третьей линии у нас уже 1000 человек, да, геометрической прогрессии здесь все растет от линии к линии. Соответственно, уже с третьей линии, с 1000 человек, мы получим 40000 рублей. С четвертой линии, если у вашей четвертой линии 10000 человек, соответственно, уже получаем интересные, да, деньги, уже 400000. Итого ваш доход составит 444000. И это, в принципе, очень круто, очень классно. Единственное, это с каждого человека разовый доход, да, то есть он сделал апгрейд, купил на 5000, в сеть ушло 400 рублей. Все, больше с этого человека 400 рублей в сеть уходить не будет. Но, естественно, люди у нас не закончатся, у нас каждый день будут добавляться новые люди, поэтому этот доход тоже неискончаемый. Также у нас здесь в маркетинге есть ограничения. Если в вашей структуре партнер по оборотам, да, по процентной ставке догоняет вас, соответственно, вы с данной линии, с данного партнера, структуры с данного партнера не получаете. Вам необходимо его перегнать. Соответственно, здесь не получится так, что вы подключите какого-то одного чудо-человека, который вам простроит сеть, и будете, свесив ножки, да, получать доход, получать пассив. Здесь надо непосредственно работать на первую линию, расширять постоянно первую линию, чтобы вас не обогнал какой-то из ваших партнеров. Также давайте рассмотрим еще один пример дохода от 400 рублей. Да? У вас 1000 человек в сети, в вашей команде, да? Каждый из них по 10 человек пригласил в этом месяце, соответственно, итого 10000 новых клиентов зарегистрировалось. Да, и они совершили, соответственно, действия, сделали апгрейд и приобрели, вернее, совершили покупок по данной карте на 5000 рублей. Соответственно, согласно маркетингу, наш дополнительный процент, доход, вернее, процент, вернее, да, будет составлять 8%. Итого 10000 умножаем на 400, умножаем на 8, 320000 мы получим дополнительно от данной структуры. Опять же, пример условный, можете ориентироваться на него, можете, можете нет. Ну и даже если 50% будет удержание, да, ну если, грубо говоря, под вами будет партнер, тоже с хорошей квалификацией, то, соответственно, где-то 50% будет разница. Вы в любом случае получите хорошие деньги, согласно вот данного примера, либо 320000 рублей, да, либо 160. Тоже прилично, согласитесь, деньги. Следующий у нас пример доходности по транзакционному кэшбэку. Те же самые 10000 человек в вашей структуре. В этом месяце, в текущем месяце, да, каждый из них потратил по данной карте на 10000 рублей, соответственно, умножая на 0,5%, это транзакционный кэшбэк, да, который выделяет Акбарсбанк в сеть, умножая на 10%, равно 50000 рублей вы получите в текущем месяце. Опять же, преимущество, да, и прелесть этого бизнеса, то, что люди потратили в этом месяце, ну и в следующем месяце они тоже будут тратить. То есть мы здесь получаем не разовый какой-то доход,
а этот доход будет ежемесячным. И в следующем месяце не факт, что у вас уже будет 10 тысяч человек, да, в структуре. Возможно, их будет уже 20 тысяч человек. Соответственно, мы со всех транзакций будем получать. И я для себя вижу в этом большое преимущество, большой плюс, то, что люди постоянно будут тратить. Мы создаем поток и, соответственно, с этого потока получаем хороший кэш, скажем так. Плюс, если говорить конкретно об этом примере, плюс начисляется с данного примера еще и дополнительный бонусный процент. Двигаемся дальше. Следующий пример доходности – это у нас партнерский кэшбэк 0,5%, так же, как и транзакционный кэшбэк. Напомню, этот партнерский кэшбэк приходит именно тогда, когда люди в нашей структуре, да, приобретают что-либо именно в тех точках, которые участвуют в данной системе лояльности. То есть это те торговые точки, которые заключили договор и участвуют в данной программе. И, соответственно, наши партнеры получают там кэшбэк, да, соответственно, своих транзакций, своих затрат, а мы, соответственно, с этих транзакций получаем 0,5%, которые уходят в сеть. Ну и здесь те же самые 10 тысяч человек. В текущем месяце каждый из них приобрел что-либо по данной карте на 5000 рублей, соответственно, умножаем на 0,5%, умножаем на 10, получаем данный доход 25 тысяч рублей составит по партнерскому кэшбэку. Плюс, согласно данному примеру, мы еще получим дополнительный бонусный процент. Давайте подытожим. Итого, твой доход при пользовании карты «Лови кэшбэк» и участие в реферальной программе может составить 600 тысяч рублей, согласно данной презентации. Да? Естественно, надо отметить, что это по достижению сети в 10 тысяч человек. Да, цифра не маленькая, да, 10 тысяч человек, но у нас и продукт массовый. Отмечу еще раз, продукт массовый и продукт бесплатный. Поэтому вас не должна пугать эта цифра. У кого-то будет меньше, у кого-то будет больше. Но я 100% уверен, что человек, простой обычный человек, в принципе, может создать структуру, подобную структуру 10 тысяч человек в течение года. Без опыта, без навыков. Потому что, еще раз, продукт очень крутой. Продукт, в принципе, нужный каждому.